Гололед захватил весь наш город. Как же эффективно избавиться от льда? Основные способы борьбы с наледью на тротуарах – посыпка опасных мест и отбивка льда. Зачастую эти меры оказываются не особенно эффективными. Люди в гололед падают и травмируются. Этой проблемой озадачился доцент прибора строительного факультета ЮРГУ Дмитрий Кацай. Проблема гололеда подтолкнула к поиску технического эффекта, с помощью которого можно избавиться от этого явления. Шипы, которые входят в состав режущего инструмента, значит, выполняют две функции. Во-первых, они обеспечивают сцепление с материалом для мобильной установки, и во-вторых, одновременно разрушают этот материал. В основу агрегата положен принцип обработки материала с помощью вращающихся резцов. Режущие элементы столбчатого типа расположены по спирали на цилиндрической поверхности фрезы. В каждый момент времени только один режущий элемент вступает в контакт с обрабатываемым материалом. Благодаря этому при малом весе агрегата удается создавать в зоне контакта с материалом большие напряжения, разрушающие его. Геометрия режущих элементов сформирована таким образом, что напряжение в них существенно меньше, чем в разрушаемом материале, и они достаточно долго могут выполнять свою функцию. Геометрические характеристики в совокупности с малой относительной скоростью резцов и материала создают условия для долговременной и эффективной работы агрегата. К дополнительным достоинствам изобретения можно отнести его нечувствительность к контактам с твердыми материалами. Агрегат ввиду малого веса подпрыгивает над поверхностью, защищая резцы от разрушения. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. С одной стороны, мы почистим лед с помощью изобретения Дмитрия Алексеевича. С другой стороны, обычным способом, которым пользуются дворники. За нами будет наблюдать независимый эксперт, главный технолог университета Рамзиль Салахович Карипов. Не остались в стороне и студенты прибора строительного факультета. Эти ребята учатся у Дмитрия Кацая, и узнав про его изобретение, они с радостью согласились его протестировать. Вдохновленный его разработками, его практически, можно сказать, уже готовой продукцией, ну, я хочу сказать, что в дальнейшем свою будущую жизнь хочу связать с конструированием. Итак, вот наши результаты. За 3 минуты машина справилась с гораздо большей площадью, чем это сделал дворник. Устройство прошло испытание, зарекомендовало себя с хорошей стороны. На днях Дмитрий Алексеевич презентовал свое изобретение в администрации города Челябинска. Могу сказать одно. Меня всегда радует, когда наука, она непосредственно связана с жизнью, с производством, и когда научное открытие направлено на решение конкретных вопросов, задач, тем более на сегодняшний день достаточно свободных. Эксперты решили, что изобретенная машина очень пригодится для уборки малых площадей вокруг учреждений, детских садов или школ. Но потребности города в очистке улиц ото льда гораздо больше, и нужно доработать и усовершенствовать макетный образец. Изобретатель с этим согласен, он знает, что нужно делать. Это малые габариты, это малый расход топлива, это, значит, рабочий орган, который можно установить на обычный снегоуборщик. Наука действительно облегчает жизнь, ведь с помощью фундаментального знания можно решить любые проблемы. И мы убедились в этом на примере изобретения Дмитрия Алексеевича.